Синдейру. Нони! Итак. Да. Поехали, с самого начала. Короче, очень крутой период взят, который был взят в игре Нио. Взят, который был взят. Да. Не, на самом деле такой период, что можно херачить там достаточно много всего интересного. Там, правда, ну, если брать исторические события, то там было дохренище всего. Дохренище дичи там творилось вообще и полное, ну, блядь, ты... Гражданская война, считайте. Там, чё? Там все, что угодно может быть. Да, ты что хочешь, по сути, то и делай. Мы видим какую-то, ну, тут реально какую-то деревушку, да? Ну, если не брать там вот эту всю фантастическую хрень с огромной там змеей и прочее говно. Короче. Мы видим, что основную локацию — феодальный замок. Большой феодальный замок, по которому мы в основном летаем. Где происходят вот эти события в основном. Мы вначале приходим в пригород этого замка, там полуразрушенный. Я вот одного не пойму, где земли, собственно, феодалов или там... Крестьяне пшеницу добывают, где какие-то другие деревеньки. А то как-то бах и замок уже. Непонятно. Я же говорю, я еще имею в виду, ну, если не брать то, что тут есть фантастика, там, понял, всякая вот эта вот хрень. Типа больших карпов там и прочего говна. Змеюка, гадюка. Тут сразу странная херня. Сразу же, блин, первый же вопрос, что это за пацан вообще. Да, если вы уж так говорите, у нас там будет чуть-чуть фэнтези. Но если вы уж делаете фэнтези, то сделайте его очень хорошо и достойно. Тут как бы я к чему веду, не получилось и не исторически, и не фэнтези. Фэнтези. Да. Вообще никак. И не то. Говорят, что были два стула, попытались на них усесться. А там, блядь, бутылка, получился секира. Да. Может, это все козни Activision? На самом деле нет. Даже вот это начало очень странное. Мы играем за пацана, которого нашли хрен знает где, который почему-то там был. На какой-то непонятной вообще супермахаче, блядь. Не, ну это вообще, если брать чудное там средневековье, на битвах по-любому присутствовали мародеры, потому что самое главное, ценность — это железо. Мечи, все это можно продать очень дорого. Если ты успел урвать и тебе не дали пизды, то ты можешь хорошо загнать там меч и жить, собственно, с этих денег. Ну а почему пацану настолько было похуй, что он схватил просто, ну, схватился за меч сначала, потом было просто насрать, что ему по ебалу провели мечом, ну не знаю. Ну, видать, либо, он настолько типа отчаялся. Либо это какое-то неудачное бритье, блядь, было от бати, нахуй, ну, от будущего бати, либо хуй его знает, либо у них такие игры, блядь. Ну, либо стандартный сюжет в том, что у нашего пацана нет родителей, мы сироты, и типа нам ничего терять. Вот и все, типа. Хорошо, что не гей. Да. Ну, вот 20 с лишним лет, и Син захватил власть Васина. И, сука, сразу же охуительный вопрос. Если мы изначально оказываемся в замке Исина, блядь, и там наш, да, господин, почему мы сбегаем, а потом заново туда попадаем, а потом дружим с этим Исином? Вообще, блядь, что за... И рейтинг, блядь, 92. На метаскоре, если я не ошибаюсь. Шедевр. Да. Вот тогда знаменитая лекарша, она приносит нам послание. Причем, я вот серьезно не понимаю, она ни в контрах ни с кем, эта баба. Она может просто вот шляться по замку, шляться где угодно. Вот она лекарь, у нее там учитель ее супер-мегатип искал там лекарство от этого поветрия. В чем ее задача? Просто пополнять на здоровье и все, и в один определенный момент... выступить в качестве босса? С помощью тыквы. Семечка. Пополнять нам здоровье с помощью семечки тыквы. Волшебно. Блять, вот серьезно, мир, где есть бессмертие, как бы, два вида даже бессмертия, да, можно сказать. Слишком упоротое, да, бессмертие, прям вообще тебе пизда, прям конкретно, нахуй, превращаешься в какой-то говна кусок, нахуй. Ага, вот в обычного, блядь, жителя, нахуй, не знаю, там, Ростовской области, блядь.
Либо есть такое более-менее нормальное, короче, как у нашего Парнина. Тогда уже три вида бессмертия. Ну, три, да. Даже несколько. И вот, короче, вот в этом мире здоровье тебе пополняет, сука, тыква, блядь. Семечко тыквы. Ну, блядь, ну вот, понимаешь, сразу как-то вот не вяжется вообще, блядь. Проклятие драконьей крови. Попей, блядь, семку тыквы. Ну, бля, ну хуй. Не, мне непонятно вообще другое. Почему вот мы так сразу же... Вот мы умерли, да, потеряли вот эту вот ячейку, да, бубушку. Бубушка. Возрождение. Мне нравится, будем называть ее бубушкой. Да. И все, и мы подбегаем, короче, до нашего костра, фонтана, идола. И хоп, она возвращается. В смысл? То есть, да, странно. Стоило сделать какой-то ресурс там, да, там... Ну, короче, ладно, хуй с ним. Пока оставим эту хуйню. Давай про начало. Нам кинули письмо, в котором сказано, где, собственно, наш поцик по имени Кура, которому мы, собственно, служим. И которого наш должны, господин. Да, которого должны защищать. Что самое забавное, мы находимся уже на территории врага. Мы в замке врага. Наш хозяин в плену. Причем непонятно, сколько времени вообще прошло. Мы тут, и непонятно, да, как мы здесь вообще оказались. Почему вход открыт? Кто нам его открыл? Что мы, собственно, здесь делаем и зачем? Если бы мы бы приближались к этому замку как-то. Не знаю. Пытались туда проникнуть. А так мы уже, в принципе, в замке сидели. Там хрен знает сколько. Наш господин находится в плену. И мы такие послания прислали. Ну, надо же пойти. Ну, надо пойти, зачем? Да. СМС-ка пришла. Спаси меня, волк. Скрытность. Собственно, игра намекает, что здесь есть скрытность. Так ли это, блядь, Степун? Да чё, я тут бегал, как идиот сейчас, блядь. Сейчас, да. Ну, вообще, в принципе, за всю игру. То есть... Зачем делать такой большой акцент на скрытности? Здесь я видел места, да, ну там по всем по разным локациям. Со змеей локациям, там. Где, не специальные, не заскриптованные, а как бы вот специально построенные локации, как бы, где реально нужно двигаться, ну точнее не нужно, но можно двигаться скрытно, да, там где-то чувак идет, там его можно скинуть, короче, вниз там в обрыв, вися на стене, короче. Но он, правда, может тебя спалить, нахуй, все остальные сразу тебя спалят. Как бы зачем делать такие возможности? Ну там прям целый ход прописан, короче. Вначале ты типа можешь подозвать из-за стены, кинув в него этот непонятный вот этот глиняный камушек. Он к тебе подойдет. Он к тебе подойдет, ты его, короче, зарубишь. Потом ты по кушерям пойдешь, где будет другой чел в кушерях сидеть. Ты его зарубишь, но потом тебя обязательно кто-нибудь спалит. Как бы, ну там видно, где они пытались сделать стелс. И видно, как они в этот же самый момент решили, блять, да ну нахуй. Ну не получается нихуя, ну у нас, блядь, искусственный интеллект тупой, давайте так хуй забьем и все. Ну прям вот видно эту хуйню, как они, блядь, забили хуй именно. Потому что второй раз, когда я проходил, я пытался именно делать так, как они, ну, хотели, типа. Так, как они построили уровень, чтобы, типа, я проходил незамеченный. То есть, нихуя все равно не получилось. И в этот момент становится видно, как им, блядь, было похуй. Они такие взяли, блядь, встали, как я тогда выкинул джойстик, нахуй, когда пытался убить Кодзиму, нахуй, с этим, с копьем, блядь. И все, они такие встали, да, ну, нахуй, у нас не получится стелс. И все такие подумали, решили, да, нихуя, у нас нихуя не получится. Стелс здесь от слова совсем, ну, вот... Честно, нахер не впал. Вот пацаны, кстати, пацан говорит важную хуйню, на самом деле. Почему, блядь, его даже не связали? Типа, тебе это не волнует, но... Да, он полностью тратил волю к жизни. Почему? Как нас спасли? Фу, как нас спасли? Он трус? Почему трус? Почему? Ну, странная тема. Может быть, это такой... подоплека, типа, для... DLC, но это будет совсем стрёмно. Вот он меня спалил. А почему? Он постоянно агрится, это глюк. Забей. Он тупой. Только что вот я же об этом говорил, да? Зачем? Ну почему нужно вот эту вот хуйню делать? Я тебе говорю, он там будет вот так вот ходить. Как идиот. Послушай там разговор других пацанов. Сколько прошло времени? Непонятно.
Тут пацаны и сами палят, как мне тут залезть. Типа там есть дырка. Тут да, меня тут... начинает убивать этот чувак, потому что он меня с самого начала спалил. Ну, сейчас, пока мы там боролись со стримом, настраивали все, в итоге решили сделать запись. Я просто минут 5, наверное, прыгал по этой локации, меня никто не мог убить. Божественная игра. Короче, у нас внезапно родился подкаст, блядь, случайно. Из-за неудачного стрима появился новый формат, короче. Ну, надеюсь, все-таки мы все починим. Вот, и все. Возле башни налево, и все. Классно. Вообще великолепно. Охрана. Чудесная игра. Просто. Охрана. И все. Короче, ну там не суть важно, да. Ну так вся игра на самом деле и выглядит, в принципе. Я буквально вчера смотрел самое сейчас быстрое прохождение в Sekiro. Там, конечно, с забагами, особенно с убийством макак. Как давно мы не виделись, вот он говорит. Вот. И все. И все. Потому что он не помнит. Ну, проще всего как сделать? Сделать ему потерю памяти, и все. Как вот в Капитан Марвел было недавно, я же смотрел все про эту хуйню. Там не объяснили ничего ее персонажа, блядь, не делали, ну, такого нормального живого, потому что она нихуя не помнит. Все, это самая элементарная хуйня, которую можно сделать. И это самая отстойная дыра сценаристов. Почему этот меч здесь? Почему? Самое главное, вот... Почему Малой не находится подле главного феодала этого замка? Да, и почему, блядь, его главный, собственно, защитник находится, блядь, в 150 метрах, блядь, от этого места? Не связанный, нихуя, просто он сломленный, понимаешь? Нет, этого достаточно. Окей. Он сломленный, безоружный. Хер с ним сломленный, хер с ним безоружный. Почему у нас люк открыт? Почему мы просто взяли и вышли оттуда? Да там нет никакого люка, там ну, да. Дырявая хуйня открыта. Нет, почему они туда хотя бы там настил какой-то из дерева не накидали, чтобы мы туда не проникли? Да банально, можно было меня связать, и уже все было бы сложнее. Да. Это же охуенное объяснение. Легендарный меч, реликвия, блядь. Меч считался потерянным. Окей. Как мы начали обладать этим мечом? Почему? Убивать, но даже он не должен забывать о милосердии. Чего к чему? Там пацаны до сих пор палили меня. Ну, тут все как-то, знаешь, спустя рукава сделано, блин. Иди найди пацана. Пацан даст тебе меч, и пацан даст тебе флягу. Все, да. Сразу. Никакого тебе не... Ну, как-то развитие такое хуевое. Сделано из высушенной тыквы фляга с лекарством, восстанавливающее запас жизни. При отдыхе из какого-то хуя, блядь, лекарство там во фляге восстанавливается. Знаешь, с какого хуя хуй тебе кто объяснит? А магическая потом? Семечка, блядь, она тыквы. Тебе скажет, да просто не спрашивай меня. Или что-то в стиле того. Вот, ответить. Возможно, все дело в семечках. Охуеть просто. Волшебное семя, нахуй. Заебись. Да. А потом после ты был сильно ранен. Ну, кому спрашивают, да. А не помнит нихуя. Почему они все говорят о той ночи, которая была 3 года назад? Почему у них не было после этого никаких событий? Контактов, ничего. Зачем? Главному, так сказать, владельцу замка, сёгуну, феодалу, рассказывать потенциальной своей жертве, ведь он же хочет получить бессмертие от этого мальчика, собственно, кровь дракона, если я не ошибаюсь, чтобы излечиться. Зачем ему рассказывать о тайном ходе? В чем вообще смысл конфликта?
Почему в Нио был понятно, хотя бы прорисован конфликт, хоть отдаленно, но он был понятен, почему мы вообще там оказались. Ну, Рафиан нашел. Парацетамол. А тут вот просто... Он до меня доебался, чтобы я выпил. Почему у нас сразу же в инвентаре идол резчика? Ну, ну вот статуэтка. Просто, статуэтка это. Просто. Да я говорю, много чего сделано очень неправильно. И вот смотри. Я просто до него подбежал, нет, на самом деле. Нет. И убил. Ну понятно. Махач тоже сделан достаточно странно. Вся вот эта боевая система, она немного, ну, не то чтобы она непонятная, она тоже, ну, тоже, как и все в этой игре, тоже спустя рукава, как я же говорю. То есть цель убрать у чувака концентрацию. То бишь, ну, по-другому это можно назвать, типа, стамина. Выносливость, да? Выносливость, банально. Да. Ки, блин. Изнурите, ки, нахуй. А у чувака отнимается выносливость больше. По какой-то причине, ну то есть, поэтому ее назвали концентрацией, чтобы это хоть как-то объяснить. Когда ты вовремя лучше, не то, не то что вовремя, а вот именно когда ты прям вот, вот в самый последний момент его блокируешь, тогда у него отнимается прям до хуя, короче, концентрация. Если ты на похуизме это делаешь, то чуть-чуть меньше. Если ты просто держишь блок, то тебе вообще, у тебя начинает пидорасить и отнимается она только у тебя. Ну, то есть, как бы, ну, достаточно странная, да, блядь, концепция. Но она хотя бы чуть-чуть у него должна была отниматься, да, эта концентрация, даже если ты просто стоишь в блоке. А самая непонятная для меня тема, это в большинстве махачей здесь, в этой игре, когда ты теряешь концентрацию полностью, не происходит нихуя. Ну, ты, типа, застаниваешься. Застаниваешься на такое короткое время, да, что большинство мобов не успевают тебе практически нихуя сделать. Исключая там каких-то супертипов, вот, которые там ходят, да, там этих, типа копейщиков там неебаных, нахуй, каких-то, или там каких-нибудь, ну, чудо-баб, просто... там, которые играют на... Да, которые проводят очень большую серию атак, просто выбивая тебя из-под ног. Вот, допустим, они тебе сбили, и тут же начинают опять еще одну серию атак, не давая тебе опомниться. Да, либо наоборот, либо у них эта серия атак заканчивается вместе с твоей концентрацией, и не происходит нихуя. И ты дальше идешь и пиздишь, просто без ничего. Так было, кстати, с Генетира у меня, блин, когда, ну, первый махач с ним, вот этот самый такой жесткий, нахуй, который на вышке, на вот этой, блядь. А. Ну, там, где наверху, он потом, да, там, где он потом молнии начинает херать. Так у меня было, он снимает всю хуйню, и все, и у него комбо заканчивается, как бы. Ну, ладно, хорошо. Ладно, хуй с ним. Однако, типа, можно убить и по-другому, и чем меньше у него здоровья, тем больше у него концентрация, типа, отнимается. Да. Ну, тут просто подбегай к нему на морозе. Ну, этого типа-то можно и так убить, он же смотрит почему-то туда. Хотя до этого мы тут пробегали, что дебилы. То есть можно вот так нажимать, рандомно просто. Короче, основная фишка игры, когда ты делаешь вот так. Серьезно, на обычных типах ты просто делаешь вот так. И рано или поздно ты снимешь у вот такого бича концентрацию. Ну то есть что, стоит ли еще что-то говорить про сложность с такими ребятами, вот смотри. Они мусорные, я просто пробежал вот сейчас, буквально перебил здесь. То есть смотри, ты просто стоишь, ну да, тут как раз об этом и говорят про отражение, так. То есть ты просто стоишь, мутишь такую хуйню. Все. Зачем стараться? Зачем, блин, ну, как-то выжидать какой-то момент, если ты просто... И эти типы еще считаются, типа, самые сложные вот в этой вот хуйне. Потому что они, ну, там, необычно нападают. Они именно ждут, короче, тебя. I said, empty your mind. Be formless. Shapeless. Like water.